Делала прополку в аквариуме. Сейчас больше места для плавания. Оторвала пропавший листик криптокарины и забыла убрать его. Сейчас заметила, хотела вытащить, но увидела, что рыбы его периодически едят с удовольствием, особенно сомики. Он даже тернется, подплывает и отщипывает кусочки. Ну, решила пока не трогать. Ой, сомики крапчатые его едят. Обычные листья криптокарины никто не ест. А этот портится. Видимо, стал мягким и съедобным. Ну, пусть пока едят. Раз им нравится.